Внимание, Одесса! По имеющейся в нашем распоряжении информации из УВД области, в ближайшие часы по приказу из Киева начальником ГУВД будет начата операция по зачистке города от активистов и участников палаточного городка Куликово поле. Звоните всем активистам, чьи телефоны у вас есть, и предупреждайте, чтобы не оставались дома ни при каких обстоятельствах. Нацисты совместно с предателями-ментами генерала Катеринчука, сорвавшись с тормозов, готовы завершить черное дело, начатое 2 мая в Доме профсоюзов. Все, кто вчера видел онлайн-трансляцию возле здания УВД области, поймут, о чем я сейчас сказал.